Сотрудники МВД во взаимодействии с коллегами ОФСБ при силовой поддержке отряда «Гром» в рамках мероприятия «Нелегал» проверили соблюдение миграционного законодательства. Силовики пришли с проверкой в заведение общепита Владивостока. В результате рейда полицейскими из кафе в отдел иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции у МВД России по Приморскому краю для разбирательства доставили 40 иностранных граждан. В отношении 8 нелегальных мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания или проживания в Российской Федерации». Троих иностранцев суды обязали покинуть территорию России. В отношении 5 нелегалов, длительное время уклонявшихся от выезда, принято решение о принудительном выдворении. Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства продолжаются. Напомню, что процесс пересечения границы, осуществление трудовой деятельности и другие вопросы, связанные с проживанием или пребыванием иностранцев на территории Российской Федерации, регулируются миграционным законодательством. Знать его должен каждый гражданин, который планирует посетить Россию или уже находится на территории страны. О фактах нарушения миграционного законодательства, организации каналов нелегальной миграции, создании резиновых квартир приморцев просят сообщать в органы внутренних дел. Полиция примет меры реагирования. Телефон дежурной части 8 423 249 04 91.